Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона раскритиковал католическую церковь. Он призвал папу римского Франциска провести реформу католической церкви, сообщает Christian Today. Во время интервью телеканалу Naples TV Марадона заявил, что Ватикан его сильно разочаровал, но он надеется, что папа Франциск сможет изменить его. «Ватикан для меня – это сплошная ложь, потому что вместо того, чтобы давать, они только отбирают у людей все. Все предыдущие папы делали то же самое, и я не хочу, чтобы Франциск шел их путем», – сказал Марадона, слова которого передает Reuters. Легенду футбола, которого прозвали «рукой Бога», после того, как во время одной из игр он забил гол рукой, заявил, что хочет встретиться с Франциском лично и объяснить ему, что он должен сделать. «Ватикан меня разочаровал, но я верю в вас, потому что вы добились определенных изменений. Вы помогаете нам быть более сострадательными, помогать людям. Вы делаете церковь такой, какой бы мне хотелось ее видеть», – сказал он. Стоит отметить, что в 1998 году фанаты футболиста создали церковь Марадонны, в котором есть его личные 10 заповедей. Эта религия распространена по большей части в Южной Америке. Она насчитывает около 60 тысяч последователей.